Год назад в честь победы Азербайджана в Отечественной войне в Баку был проведен торжественный парад. 8 ноября 2020 года с освобождением Шуши от оккупации Армения вынуждена была признать свое поражение и капитулировать. 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее заявление, согласно которому 10 ноября 2020 года с 12 часов ночи по московскому времени было объявлено о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне Карабахского конфликта. На линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора расположился миротворческий контингент Российской Федерации. Для увеличения эффективности контроля по соблюдению сторонами конфликта положение соглашения был также создан совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Согласно подписанным после окончания войны распоряжениям президента Ильхама Алиева, день начала войны, 27 сентября, утвержден как День памяти, день освобождения Шуши от оккупации, 8 ноября, как День победы. 10 декабря 2020 года в Баку состоялся торжественный парад победы. На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.